это может быть очень грустная новость для многих ребят, но оказалось, что творчество воспроизводимо. И можно сделать нейросеть, она может писать романы, она может рисовать картины, она может делать музыку. 100% музыка будущего будет вся генериться. Музыка, да, потому что музыка — это математика. Пока что проблема со смыслами. Смыслы будут добавляться. И очевидно, что будут люди, которые будут вот свою какую-то докидывать факторку, дирижеры условно или режиссеры, что-то да. докидывать, корректировать. Пока еще нужен некий творческий потом руководитель. Писать роман она не сможет. Ты будешь ей давать фабулу, и она будет дальше хуячить. Сейчас же уже, в принципе, все эти сценаристы для сериалов, для фильмов, они же не пишут это на бумаге, это же делает софт.